Согласно замыслу учений, в результате земляных работ был поврежден трубопровод среднего давления, из-за чего произошла утечка газа. При производстве ремонтных работ произошло его воспламенение. В зоне теплового воздействия оказался один человек без сознания, пострадавший. Поэтому наша задача была это обеспечить как можно более быструю его эвакуацию из опасной зоны и передать бригаде скорой помощи. Его в дальнейшем проводить охлаждение трубопровода, предупреждая его дальнейшую разгерметизацию, взрыв, и после этого сбить пламя и обеспечивать производство дальнейших аварийных работ бригадами горгаза.